В малом зале Ленинского мемориала самарский ансамбль народных инструментов «Волга Фолк Бенд» представил ульяновцам новую программу «От Россини до России», подготовленную специально к своему 5-му юбилею. Основатель и руководитель ансамбля, лауреат всероссийских и международных конкурсов, виртуоз-балалаечник, аранжировщик, композитор и дирижер Дмитрий Буциков. Тенденция такова, что фольклорная музыка, она занимает не самое популярное место среди спроса, да, среди людей. Но поскольку мы продолжатели лучших традиций нашей академической школы именно исполнителей народных инструментов, мы, конечно, придерживаемся и ради за наше дело проводим у себя на родине в Самарском регионе постоянно регулярные ежегодные проекты, именно акцентированные на привлечении внимания к народной музыке, чтобы особенности родители видели, что то, чем занимаются их дети, это может быть востребовано сегодня, актуально и современно. В состав коллектива входят солисты-виртуозы Самарской государственной филармонии, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Для ульяновской публики музыканты исполнили кроссоверские композиции. Среди них была и русская «Бахиана», где за основу взята музыка Иоганна Себастьяна Баха с вкраплениями русских народных тем. Солистка ансамбля Наталья Бондарева поразила зрителей высоким исполнительским искусством. Также в программе прозвучали обработки народных песен и танцевальные композиции. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.